Приветствую вас, братья, сестры, друзья, добрый вечер. Сегодня я хочу, так знаете, такое сделать служение немножко неформальным, не так, как обычно. Вот, но хочу донести, думаю, что очень важную мысль, даже я себе, даже две мысли, я себе вот их на стикере написал, вот, отложил и попытаюсь вот до вас донести эту мысль. И вот Андрей попросил, мы уже с ним сегодня беседовали, нет, ты пока сиди, еще рано. Вот он так вызвался мне помочь, вот, и, ну, постараемся эту мысль донести, да, Андрей? Да, он еще сам не знает вообще, что будет происходить. Но сегодня я хочу такое сделать немножко неформально, чтобы мы могли так вместе все и общаться где-то. И, может быть, и высказать какое-то свое мнение по этому происходящему моменту. Вот. Но вначале один текст из книги апостола Павла, послание к евреям. Мы прочитаем с вами один стих. Это 11 глава к евреям и 30 стих. Евреям 11:30. «Верою пали стены Иерихонские по семидневном обхождении». Вот предысторию вам расскажу этого стиха. Евреи вышли из рабства египетского, 40 лет они колесили по пустыне, Моисей отходит в вечность, Бог призывает нового предводителя Иисуса Навина, они переходят через Иордан и идут в обетованную землю, то есть они, в принципе, в нее вошли, им нужно было эту обетованную землю теперь захватить, потому что на этой обетованной земле было много преград, было много стен, было много каких-то вот таких разных ситуаций, которые мешали евреям полностью овладеть обетованной землей. И вот Библия повествует, что они подошли к городу Иерихон. Это была огромная крепость. Там жили язычники. Они поклонялись Астарте и другим богам. Совершали идоложертвенные разные приношения, блудодеяния сопровождались при жертвоприношениях. Такой развращенный город. Но город был очень большой, у него были очень большие, высокие, крепкие стены. И вот израильский народ подошел к этим стенам. И здесь мы читаем, что когда они подошли к этим стенам, стены упали. Причем важно понять, что они не рушили стены. Не били их там этими стенобитными орудиями. Они не проникали вовнутрь, знаете, как лазутчики проникли вовнутрь и открыли двери там. Нет, такого не было. Библия говорит, что жители Иерихона, они закрыли свой город. И не входили, и не выходили, и никого не впускали, и не выпускали. Евреи даже не прикасались к этим стенам. Стены упали, то есть до основания даже. И здесь Библия говорит, что стены пали верою, то есть евреи обладали верой, которая обрушила весь этот город, разрушила все эти стены до основания. Вот к чему я веду. В нашей жизни мы очень часто сталкиваемся и будем сталкиваться с разными родами стен. То есть мы идем вроде бы радостные такие, аллилуйя, Господь с нами, потом раз стена, мы стоим. Мы ничего не можем сделать, не можем продвинуться вперед, мы стоим. И вот в этом хождении нам необходима вера. И многие вещи нужно преодолевать верою. А вот сейчас мы посмотрим, о чем говорит Библия нам, что за веру они имели. Здесь написано, что их вера состояла в том, что они 7 раз обошли
вокруг этого города. 7 раз. Но я слышал, такие тоже мероприятия кто-то устраивал, тоже слышал. Вот прочитал, 7 раз надо обойти город. Братья и сестры, давайте 7 раз город обойдем, и пробуждение будет. Или один мне говорит, я вот сейчас вокруг ларька 7 раз буду ходить, и пивнушка закроется. Ходит 7 раз такой, знаете, а пивнушка работает, процветает, ничего не происходит. То есть такое, ну тоже бывает ребячество, детство какое-то такое. Сергей говорит, 7 тысяч, да, раз надо ходить. Но вообще как бы суть в другом, чтобы мы поняли. Давайте мы теперь поподробнее прочитаем сначала историю, а потом я попытаюсь наглядно вам показать, с чем столкнулись евреи, что было с ними. Итак, книга Иисуса Навина, 6 глава, мы будем читать, вернее, 5 глава, с 16 стиха, перейдем на 6. Вот еще раз я хочу сказать, возможно, ты сейчас находишься в такой же жизненной ситуации, что перед тобой стоит стена Иерихона, и ты не знаешь, что делать. Может быть, ты даже пробовал ее чем-то пробить, каким-то человеческим стенобитным орудием, я не знаю. Но она стоит перед тобой, и она невозможна, ты не знаешь, что делать. Вот давайте мы прочитаем. Иерихон заперся и был заперт от страха сынов Израилевых. Никто не выходил из него и никто не входил. Вот послушайте, первое. Стена, как только вы к ней подошли, она уже трясется от страха. Несмотря на то, что они заперлись, несмотря на то, что у них там были засовы, стены, они, написано, кто был за этими стенами, они были в страхе от израильтян. Вот дьявол, как только мы наступаем, мы должны знать, несмотря на то, что есть стена, мы должны знать, там уже страх, он уже боится. Не мы должны бояться, а стена должна бояться. Аминь? Аминь. Дальше. Тогда Господь сказал Иисусу Навину, вот я предаю в руки твои Иерихон и царя его, и находящихся в нем людей сильных. Пойдите вокруг города, все способные к войне. То есть, посмотрите, он говорит, женщины, дети, вы оставайтесь дома. А вот все мужчины, которые способны к войне, ну хотя, может быть, и женщины тоже были. Есть такие женщины, что ого. Но тем не менее, способные к войне, которые могли щит держать, меч, да, держать, там, броню и так далее. И дальше он говорит, и обходите город 1 раз в день. И делайте это 6 дней. То есть они подошли к городу, расположились станом, и им нужно было каждое утро выходить, ну, кто сильные. И 1 раз в день нужно было обходить вокруг этих стен. 1 раз в день на протяжении 6 дней. То есть обошли город, вернулись в свой стан, в свои семьи. На следующее утро опять. Правильно, да? Так, да. Смотрите, 3 стих. И 7 священников пусть несут 7 труб юбилейных пред ковчегом. А в 7-й день обойдите вокруг города 7 раз. И священники пусть трубят трубами. То есть 6 дней нужно было обходить по 1 разу. Священники трубят. А в 7-й день сколько раз? 7. Задачка, да? И дальше. Когда затрубит юбилейный рог, когда услышите звук трубы, тогда весь народ пусть воскликнет громким голосом, и стена города обрушится до своего основания, и весь народ пойдет в город, устремившись каждую со своей стороны. То есть, смотрите, все 6 дней все должны были молчать. Молча обходить город. Молча. А на 7-й день,
когда семь раз обошли, и потом на седьмой раз затрубел юбилейный вот этот рог, все должны были громко, что есть мочи, закричать. И вот говорит, когда закричите, вот в этот последний раз, тогда стены все рухнут. И вы каждый со своей стороны в город зайдете свободно и сделайте свое дело, что нужно сделать, одержите победу. Так здорово, когда читаешь. Но я первая мысль, которая меня посетила, если бы я это услышал, я бы так сказал Иисусу Навину, у тебя все в порядке? Как бы ты вообще вот, ну ты вот нормальный мужчина, вроде бы так вот ты, ну, соображаешь вроде бы, ну я смотрю. Ну Моисей был посерьезнее, как бы, он, у него посерьезнее были какие-то вот, ну, решения. Ну ты вообще, вот мы будем ходить как ненормальные 6 дней, потом 7 дней будем ходить, потом все должны заорать, и стены все упадут. Ну как-то так вот, да? Как будто сказка какая-то. Вот послушайте, до тех пор, пока мы верим, что в то, что Библия – это сказка, у нас стены наши будут перед нами стоять. До тех пор, пока мы не доверяем Богу, что такое может быть, что ты даже не касаясь к стене, можешь их обрушить, или они перед тобой могут обрушиться, стены эти будут постоянно перед тобой. Что удивительно, что народ поверил Иисусу Навину. И говорит, хорошо, мы верим нашему Господу. Если Господь сказал, стены упадут, значит упадут. Мы должны делать то, что Бог нам сказал. И вот 5 стих мы читаем. И призвал Иисус Навин священников Израиля, сказал им, несите ковчег завета, а 7 священников пусть несут 7 труб юбилейных пред ковчегом Господним. И сказал народу, пойдите, обойдите вокруг города. Вооруженные же пусть идут пред ковчегом Господним. Как скоро Иисус сказал народу, 7 священников, несших 7 труб юбилейных пред Господом, пошли, затрубили трубами, и ковчег завета Господня шел за ними. Вооруженные же шли впереди священников, которые трубили трубами, а идущие позади следовали за ковчегом во время шествия, трубя трубами. Народу же Иисус дал повеление и сказал, не восклицайте и не давайте слышать голоса вашего, чтобы слово не выходило из уст ваших до того дня, который я не скажу вам, воскликните, и тогда воскликните. То есть молча должны были все идти, молча. Теперь я хочу вам кое-что показать. Давайте мы представим, что все вот, ну, что вот все, кто сидят вот, вот здесь вот, что как будто мы в Иерихоне. То есть вот лавочка – это граница стены. Просто представьте, что мы с вами жители Иерихона. А вот Андрей Рожков у нас, он один будет как народ, народ Божий, да? Как израильский народ. Да, выходи из Иерихона, ты же не в Иерихоне. И вот ему нужно войти в этот Иерихон. А он не может, потому что стены стоят. Ничего сделать не может, потому что стена. Нужно, чтобы все вот как-то вот рухнуло. Ничего не может сделать по-человечески. Бог ему говорит, хорошо, нужно каждый день по одному разу молча обходить Иерихон. Согласен? Пошел. Нет, Андрей, ты вот здесь проходи, не надо, надо побыстрее ходить. Ты так, у тебя 80 лет пройдет, пока ты будешь стену рушить. Надо же быстрее как бы обходить, понимаешь? А то так 80 лет, вот, наконец, обошел я. Идешь медленно. Обошел один раз, пришел. Все, решилась ситуация? Ничего не решилось. Чего толку ходил-то?
Ничего не решилось. Ну, второй раз погнали. Как бы второй день. Да, такое. А люди-то, вот вы же из Иерихона, так? Чего ходит? Да? Что-то, может, у них там что-то это? Чего ходит? Молча молчит в трубы. Второй раз. Решилось что-нибудь? Решилась ситуация? Ничего не решилось. Чего ходил? Стены как стояли, так и стоят. Третий раз. Вот вы понимаете, уже как-то надоедать начинает, да? Нет, обычно можно так сказать. Андрей, скорее всего, попал в какую-то секту. А что вы думаете, жители Иерихона? Что вы думаете? Почему я продолжаю ходить, а ничего не меняется? Я продолжаю ходить, а ничего не меняется. Три раза. Ничего не меняется. Я молюсь. Я пощусь. Ничего не меняется. Уже посмеиваются надо мной там жители Иерихона. Уже говорят, что толку ты ходишь в эту церковь? У тебя ничего не меняется. Смотри, он этот ходит в церковь, у него ничего не меняется в жизни. И жители Иерихона со стенок смотрят. Эй, Андрей! Алло! Ты что там ходишь? Что ты там ходишь? Что-то? А ну зачем оно тебе? Четыре раза. Хожу, ничего не меняется. Никак. Пятый раз. Ничего не меняется, вообще ничего не меняется. Ноль. Ну как так? Уже 5 лет церковь, 5-й год, ничего не меняется. Вы знакомы с таким? Бог, я не понимаю тебя. Я уже пять раз вокруг этих стен, ничего не меняется, ничего не происходит. Боже мой, почему? Шесть. Ничего не меняется. Он думает, нет, сейчас, наверное, вот сейчас последний раз я заход сделаю. Он уже устал, уже отдышка. Уже как-то, видите, поначалу-то он рванул, а сейчас уже так и бежит. Уже так. Что, решилось что-нибудь, Андрей? Стена рухнула? Ноль. Ты глупый какой. Почему, Господи? Как вот так вот? А теперь надо, как бы, Андрей, просто 7 раз вот бегать. И желательно вопросы не задавать. Никакие. Просто теперь надо 7 раз. Последний день, 7 раз надо. Вот последний день, так вот, у них хоть передышка была какая-то, вернулся домой, а жена говорит, Андрей, а что толку там у нас, денег нет. Они же, мужчины шли, братья Иерихон, 6 дней подряд. И возвращались пустыми. Ты ходишь на эту работу, и что? Ну вот мы ходим в эту церковь, а что у нас? Квартиры нет. Зарплаты нормальной нет, ничего нет. Что толку? Домой пришел. Ну подожди, может быть сейчас в следующий раз приходит. И в следующий раз, ну что, папа, когда мы в парк пойдем? Сынок, извини, какой парк? Тут стена такая стоит. Дело вообще не до парка. Не до нового велосипеда. Я пытаюсь что-то сделать. Ничего не происходит. Ну теперь надо 7 раз за один день. И вы знаете, и мне даже не хочется. Потому что я
6 раз уже обошел. Результата ноль. Я слышу только неверие какое-то в мой адрес. Внутри меня пустота. Снаружи люди там на этих стенах уже хохочут надо мной. Мне вообще не хочется. Я вообще не могу понять, что происходит. Почему стена не рушится? Я же хожу. 7 раз нужно теперь. Теперь нужно 7 раз. За один день 7 раз. Молча. Погнали. 7 раз. Вот это, я думаю, самое сложное. Последний день самый сложный. Вот здесь бы не сдаться. Вот здесь не сломаться бы. Последний день, 7-й, нужно пройти его до конца. Почему я продолжаю идти, а ничего не меняется? Почему эта стена не рушится? Почему моя жизнь, она вот в одной паре? Господи, я не могу понять. Я хочу услышать Тебя, я хочу понять. Знакомая картина, я не знаю, как вы, но я очень часто сталкивался в своей жизни вот с такими вещами. Ты молишься, а ответа нет. Но вы знаете, что самое парадоксальное вообще вот в этой во всей беготне? Что Бог может всего лишь вот так чуть-чуть, Он может чуть-чуть просто прикоснуться к стене пальцем, чуть-чуть, и она обвалится. Но для Него это вообще не трудно. Ну правда ведь? А почему Он это делает? Почему Он не прикоснется? Почему? Я молюсь так долго за своих детей, они неверующие у меня. Я встречал такие вещи. Уже так долго я молюсь, уже несколько лет ничего не меняется. У меня есть эта болезнь, я с ней хожу, я живу с ней. Ничего не меняется. В моей семье, в семейных отношениях между моей женой, между моим мужем, уже так долго это натянутые отношения. Такая жизнь, ничего не меняется. Я как по кругу, по замкнутому кругу хожу вокруг этих стен, и они стоят, и ничего не происходит. И знаете, это превращается уже в какую-то такую шизофрению своего рода. Ты впадаешь в отчаяние, ты впадаешь в депрессию. Ты устаешь верить, ты устаешь, твои руки уже не хотят так радостно подниматься вверх. Ты приходишь на собрание и думаешь, скорее бы уйти. Ты приходишь на молитвенное служение, просто садишься и тебе нечего сказать, потому что ты устал. Ты открываешь Библию нехотя, потому что надо. Вот что это такое? Боже, почему так? 7. И вот здесь еще нужно, знаете, так собраться силами после всего вот этого вот. Собраться силами, ну, хотя, может быть, это, наверное, самое легкое. Собраться силами и крикнуть. От всего такого вот своего сердца. Просто крикнуть со всей силы, прокричать, услышать такой крик, вопль души. Крикнуть, стоять перед этой стеной на глазах у иерихонцев. И позади стоят там женщины, дети. И ты воин, ты стоишь, и тебе нужно набраться силы. И крикнуть. И вот они это сделали, и просто все, и стены обвалились. Они крикнули все. И стены обрушились. Спасибо. Вы знаете, почему так происходит? Потому что если бы Бог позволил нам войти в Иерихон на первом кругу, мы бы подумали, а некоторые бы даже сказали, это я такой. Это вот я такой.
если бы это было на первом кругу, мы бы сказали, что мы сами туда зашли. Своими силами, если бы это на первом кругу было. Или мы бы сказали, что стены рухнули от нашего крика. А это вообще не имело значения. Как бы ты кричал и сколько бы ты раз ходил. Бог просто хотел вот всем этим сделать тебя зависимым от Него. Просто дать тебе понять, что это Он разрушит те стены, которые стоят перед тобой. Не ты, не твой крик, не твоя убежденность в чем-то, не твоя духовность, не твоя самоправедность. Он просто этим хотел показать тебе, что Он способен разрушить любую стену. А не твой крик, не твоя мощь. Поэтому этот круг, он не был первым, и даже не был вторым, и даже не был третьим, их было шесть, а седьмой был вообще круг, такой, в который ты бежишь и говоришь, да я вообще никто, я ничего не могу. Я не могу справиться с этой стеной. Я просто иду за тобой, Господь. Просто иду, я просто делаю то, что ты мне говоришь. Ну, ты сказал мне, я иду это делаю. И меня не понимает моя семья, мои дети, моя жена, мой муж, возможно. Надо мной мир смеется, сослуживцы на работе хохочут надо мной, байки про меня рассказывают. Эта стена стоит. Но я, Боже, я иду за тобой. Ты сказал мне, я просто иду за тобой, иду, и я буду идти за тобой. Но на седьмом круге я превращаюсь уже просто в обыкновенного человека, который ничего не может, который зависим полностью от Господа. Если на первом кругу я был воин, у меня был меч, щит, и я думал, ну сейчас мы что-нибудь сделаем, то на седьмом круге, на седьмой круге, я уже шел, и мой меч просто висел. И я понимал, что я сам ничего не смогу сделать. Я не смогу разрушить эту стену. Но, Бог, я зависим полностью от Тебя. И я буду идти за Тобой. Я буду делать то, что Ты говоришь мне каждый день. И если нужно каждый день накручивать эти круги, я буду их накручивать. Вот что апостол Павел назвал верою. Он сказал, верою пали стены. И в этом заключалась их вера. Они полностью доверили свою жизнь Богу. И стены упали. И проблема вообще не в стенах. Стены, видя нас, видя, кто мы, видя, кто за нами стоит, они уже трясутся. Там уже страх в этих стенах. И проблема не в том, что Богу трудно эту стену, которая стоит перед тобой, разрушить. Вообще не трудно. Он может коснуться ее просто, дунуть, и ее нет. Проблема в том, что мы должны полностью осознать и понять не воинством, не силою нашей, но Духом Божьим. Духом Божьим. А чтобы это произошло, нам нужно понять это. А чтобы это понять, Бог нас проводит через эти круги. И мы ходим вокруг этих стен. И мы знаем их уже наизусть, каждый камешек, где, какой, на чем стоит. Идем за Иисусом. Идем за тем, что Он нам говорит каждый день. Дорогой брат, сестра, послушай, это правда, если ты будешь продолжать идти, следовать за Иисусом, делать то, что Бог говорит тебе делать. Стены рано или поздно, они упадут, они не вечны. Они не вечны. Просто иди. Как я слышу, молодежь говорит, тупо идти. Да, просто тупо. Если ты не понимаешь этого, просто тупо иди за Иисусом. Делай то, что Он говорит тебе. Пройдет время, эти стены упадут. Но если ты остановишься на каком-то из этих кругов, плюнешь и скажешь, нет, это не для меня, эти стены никогда не рухнут.
они так и будут стоять в твоей жизни. Они вырастут еще больше, они станут еще сильнее, а ты станешь слабее и никогда не сможешь справиться с ними. Братья и сестры, пусть Бог нас благословит. Давайте мы встанем, помолимся. Помолимся за наши стены. Аминь. Самое... Наверное, прочная стена, она находится здесь у нас. Вот здесь вот. Нам нужно ее вот, здесь. Эту стену здесь, отсюда, вот здесь разрушить надо. Здесь нужно проходить, потому что здесь всегда нам кто-то или что-то мешает идти за Христом. Выбрать Его путь, быть послушным Ему. Пусть Бог нас благословит.